Здорово, Дневари, дорогие гости! Много радостных лиц в нашем зале. Это значит, что пора начинать наш казачий праздник. Ну и какой же праздник без официальных лиц? На сцену для приветственного слова приглашается заместитель окружного атамана Восточное окружное казачье общество ЦКВ, войсковой старшина Москвин Дмитрий Робертович. Встречаем. На сцену приглашается атаман Ивановского юртового казачьего общества Подъясову Беляков Сергей Александрович. Очень приятно, что в третий раз мы собираемся в этом замечательном зале, что открыт центр казачьей культуры, куда можно будет прийти, привести своих детей. И ждал этого, когда посмотрим. Значит, на сегодняшний день в 15-й школе открыты два кадетских класса, 7 и 8. Надеемся, что на этом не остановимся. Казаки несут также охрана государственной границы, принимает участие в охране общественного порядка на территории Иваново-Ивановской области. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо вам, братья, что мы все вместе. Спасибо. Здорово, Невали. Господа атаманы, братья казаки, сестры казачки. Действительно, мы уже собираемся, это стало традицией, показывать культуру казачью. Казачья культура на протяжении веков сложилась своеобразной. Казак – это, больше скажу, чем воин. Казак – это защитник, это душа России. На казаках много что поднято и утверждено в России с тех давних времен. Где бы ни были казаки, и в радости, и в горести, в боях, и в буднях, они всегда публицировали свою культуру, то бишь с песней, пляской и своей одурью. У нас совсем другие отношения к женщинам, к детям. И хотелось бы это сейчас все показать. Мне хочется всех поздравить с этим нашим праздником. Казаки или приглашают казаки. Хорошего вам обозрения, хорошего настроения. Я думаю, многим это все понравится. Спасибо большое. Люба! Песни для казаков имели особое место в жизни. С песней они в бой шли и в поле работали. Юные казаки тоже любят петь с самого детства. Встречайте, на сцене потомственная юная казачка из села Савино Анисия Новикова. Аплодисменты. Охи поют, да, ой, воду. Да, кровь.
будущих невест и вскоре приходили сватать молодых невест. А как же юные казаки покоряли своих будущих невест? Неужели на войну брали? Нет, конечно. Ведь шашкой махать можно не только в бою. Есть целое искусство работать шашкой в мирное время. Называется оно просто «фланкировка». И сейчас этим искусством с нами поделятся юные казачата из города Комсомольск. Итак, номер «Соперники». Встречаем громкие аплодисменты! Let's go.
Я сам не дорожный, присадил голову в голову стыду. Не гудит на стакан ваше планете, области видит гость, а он далеко. Области видит гость, да попасть в ветру, да пройдем в голове, а всех ваших крыльев. Да сестрицу свою, детскую жилетую, от которой мы тут, она в ноту, и она не. На личке фигурят тобой, заличники, черные глаза. Воздушки фигурят тобой, казачий дом. Не буди на дома, без слова верного, он отвергнет тебя, посыпу пою. Да еще сотни раз, бережет, наверное, нет. Не буди на дома, ты судьбу свою, она не. Наличники гуляй тобой, заличники, черные глаза, в окошке кто гуляй тобой, казачий дом. Кто за чей-то, в этой горе на пол.
Глаза в
много. Живут они в каждом городе и в каждом крупном селе. Что, даже в Шуре есть? Ну, конечно. И, кстати, перед нами сейчас выступит как раз Сергей Смолин из Шуи со своей любимой казачьей песней. Встречайте громкие аплодисменты! Сергей Смолин! Thank you.
Они храбры, выносливы, легко переносят жару, холод, дождь, недостаток в пище. Скромность и трудолюбие их женщин превышает всякую человеческую природу. Казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает свои традиции и обычаи. Беспощадны к врагам. В своей среде казаки всегда были благодушны, щедры и гостеприимны. О казачьей культуре можно говорить часами. Но зачем говорить, если можно смотреть и слушать? Встречайте, на сцене настоящий казачий бой. Ученики 15-й Ивановской школы, юные казачаты, и внимание, с настоящим боевым оружием. Встречаем громкие аплодисменты. Я не знаю, что с кровью не лилось.
Yeah, yeah, yeah.
родственник, кум, сват или просто служивец.
который встретит его и накормит. На сцене ансамбль «Улыбка», казачий пляс. Концерт заканчивается, но праздник продолжается. Для вас мы приготовили еще один подарок – кинофильм про бравых казаков. Желаю вам приятного просмотра, а юных казачат мы приглашаем на квест. Казачий квест в фойе третьего этажа. До скорой!